Замена масла Ford Mondeo 4 поколение, 1.8 TDCi, двигатель FFBA, 2008 года машина. Такое вот масло Motorcraft с такими допусками. Да и сейчас коротенько покажу, как это, значит, крышку мы приоткрутили, заливную. Вот эту крышечку приоткрутили. И пошли вниз. И сняли защиту. Вот. 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 Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И защиту вон туда вот кинули в сторону. Потом что мы сделали? Потом мы вон фильтр, вон там вон. Вон фильтрец. Вон там фильтрец. Мы его открутили. Вон там стоит фильтрец. Откручивайте, но мы его пробили, потому что по-другому ты его оттуда не выкрутишь просто. Категорически. Это уже новый VIX. Made in Poland. И все. Вот забита крышка, вот она. Вот с ней тут еще скапывает остатки масла. Вот тут низ. Поддон двигателя. Все полагается, тут сливается масло сюда.